Всем привет-привет! С вами Флешка, и это «Женские игры», и мы продолжаем развлекаться на карте «Материальная энергия» от Физибиста. В общем, в прошлой серии мы с вами посмотрели, зачистили, оценили Ротундру. Сегодня же я предлагаю сходить с вами в Незер, что ли? Что может быть романтичнее прогулки с девушкой в ад? В следующей серии мы с вами займемся заданиями, а пока что вот такой у нас план. Нам надо добыть океаническую шерсть. Как-то так. Странно. Странно, океаническую воду. Очень странно. Давайте загрузим ад. Сейчас будет твориться безумие. Я думаю, книжечку все-таки стоит оставить. Там сразу визоры какие-то заспавнились. О, это что-то серьезнее. Это что-то посерьезнее будет, ребята. Я не понимаю, что там происходит, но это мне уже не нравится. И я считаю, что неплохо будет одеться. Я одену вот эту экзимит броню, которую нам выдали. Потому что у нее там хорошо стоит fire protection. Мне это нравится. И давайте возьмем тогда с собой бацкетов, что ли, славой. Потому что я там смотрю, какая-то странная конструкция. И я не хочу без должной экипировки к этой конструкции приближаться. Вот так. У меня целый инвентарь лавы. Я с удовольствием ее использую, ребята. Пока что она только меня бьет. Вот так вот. Это блейзы. Это блейзы. Это много блейзов. Это слишком много блейзов. Черт. Черт. Что мне с этим делать? Вода? Думаете, вода? Думаете, поможет? Залить все нафиг водой? Возможно. Возможно, вы правы. Давайте сейчас себе устрою где-то здесь источник воды, потому что я так и не сделала источник воды. И, короче, будем это вот. Или сделаем с вами. Ну, в общем, сейчас займусь водой и вернусь к вам. В общем, ребята, во-первых, я себе сделала вот баночку покушать. Fire Protection. Отлично. Это можно отложить в сторону. И как вы можете видеть, я себе не сделала. Вот у нас в комнатах там натырила вот этой фигни. Этого этернального стекла. Короче, давайте попытаемся что-то сделать. Они, походу, все рассосались, да? Ну, они мне урона не наносят особо. Но смогу ли я поставить, например, стекло здесь? Да, могу. Хорошо. Хорошо, значит, вот так застраиваем. Это просто безумие. Вот так застраиваем и прячемся просто туда. Господи, что здесь происходит? Бедный мой компьютер. Бедная моя машинка, милая. Я ничего не понимаю, что здесь. Ай-яй-яй. Мне кажется, или их все больше и больше спавнится. Я надеюсь, что они меня не смогут выбить вот с этой конструкции, если я ее смогу достроить вообще. Пожалуйста, дайте мне достроить ее. Ребята, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Ушли. Слишком много, слишком много. Их все больше и больше спавнится, мне кажется. Так, это немножко вас охладит. Это прям что-то с чем-то, ребята. Надо выбираться, надо выбираться, надо выбираться. Так. В общем, это сложно. это очень сложно, ребята, вообще строить в такой обстановке. Даже заикаться начинаю, потому что здесь надо бы подумать. Это вам не простой. Во-первых, я бы хотела сделать еще одну стеночку. Вот как-то вот. Так, доставься ты, стекляшка противная. Что
чтобы как-то поближе к ним подобраться, но чтобы они меня не сильно ели. Да я... Сейчас я могу хоть плавать в лаве, но это мне не сильно помогает. Так, еще чуть-чуть. Но стекло вот это решает, так что... Вот в всех этих измерениях советую вам его просто забирать с собой, как бы на память. Вот, вы понимаете, что-то происходит. О, господи, о, господи. У меня еще 6 блоков осталось, я не знаю, хватит ли мне там. Давайте уберем вот этот блок. Здесь вот так закроем. 7 блоков. Но их уже меньше, или мне кажется? Мне что-то кажется, что их меньше стало. Ну, так, мы вроде бы хп себе возобновили. Давайте еще раз покушаем. Кажется, все, хп уже полное. Давайте врываемся, еще немножечко попытаемся достроить, чтоб... Господи, да не сбивайте вы меня. Вот так. Да. Да, 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 да. И у меня не хватает стекла. Ты уйди, уйди, ты мне мешаешь. Есть. Есть. Просто верхушку здесь вот так закрыть. Мне кажется, если я туда спущусь, то все, они меня не тронут. Давай, все. Все, я в безопасности, типа, да? О, ребятки, это было что-то с чем-то. Давайте разобьем вот этот сундук. Это будет долго, я знаю. Ой, я еще стекляшку разбила. Так, немножко воды уберем вот сюда. Видите, просто я подготовилась уже к другому. Мне кажется, или Гаст пробил вот эту фигню. Еще чуть-чуть. Нам надо пробиться вот сюда буквально. И там, наверное, ну, не наверное, там 100% стоит спаунер, и мы сейчас его просто... Нет! Нет! Все. Есть! О, ребята, это было что-то с чем-то. Теперь вот просто отсюда... Оп, и выбрались. Это просто капец какой-то. Давайте воду я сюда вот всю запульну. Она мне пригодится. И вот тебя туда же запульну. Сюда мы скинем лаву, ведра. Вот это. Дефнул я возьму с собой. В общем, это было круто. Давайте откроем сумочку. Так, для морального успокоения. И мы получили Spirit Binder. Что мы с ним можем сделать? Мы его просто можем разложить. Отлично, отлично. Бесполезная фиготень. Я понимаю, что она была бы полезна, если бы мы играли с кем-то. На чем занимаемся дальше? Ну что, я так думаю, нам надо туда ворваться немножко, и пока еще на мне висит Fire Resist, буквально 2 минутки, зачистить территорию. Ну, в плане того, что я уменьшу их количество и вернусь к вам, когда здесь будет, господи, пати поменьше, что ли. Ух, вы слышите это безумие, ведь что там происходит внизу, я даже, ну, я знаю, что там внизу, но, блин, спускаться туда вообще не хочется, вообще не хочется. Значит, я знаю, что здесь по краям где-то есть сумочки, возможно, если вот так сделать, то мы даже сюда доберемся, да, даже вот так все просто, да, отлично. Значит, здесь у нас легендарная, а с другой стороны должна быть еще какая-то сумочка. А здесь ничего не видно. Давайте прорвемся сюда. Вот, все вообще предельно просто. То есть вы зачистили первый этаж. Держите, получите 10 типических сумочек. Ну, короче, это... ну, в общем, это даже не обсуждается. Мы спускаемся вниз и открываем сумки. Мне потом, если надо будет, я это стекло... заберу. Так, хламчик. Поушеном немножко мне отсыпали еще. Отлично, отлично. Сначала откроем легендарную. Если я правильно понимаю, легендарная здесь круче эпической. И в легендарной мне опять фигню дали из Тинкерс Констракта.
Вот, а с эпической нам дали Thermal Expansion, отлично. О, нам дали много всяких вкусностей, опять Thermal Expansion. Нам дали бочку, можно сказать. О, что это? Это фосфат. Фосфат ион. Давайте посмотрим, что это. И насколько оно полезно. Фосфат ион. Вот это оно. Фосфат ион. И ты мне можешь сказать, что с тебя можно сделать? Нет, ты так не скажешь. Вот. Вот так. И вот так. То есть мы можем его разложить на фосфорус. Это, в принципе, составляющая глоустоуна. Можем сделать с тебя алюминиум фосфат и гидро что-то там. И что вот с этого можно потом сделать? И тебя опять можно таки разложить. А, с этого можно делать косточки, драгонек. Драконье яйцо, это интересно. И косточки, то есть вот этот. Ну, не особо полезно. Все это мы можем добыть, например, фермой монстров. И еще несколько сумочек. У нас здесь Купер, Стил, Дамаскус и Тинблок. Отличный меч. Отличный меч. Почему я вам скажу отличный меч? Потому что у него бихединг 7. Он очень быстро ломается, у него низкая прочность, но Beheading 7, это можно сказать, что 100% гарантия, что вы обезглавите чудовище, которое будет... Капаситор Бенки и Dimension Transceiver, это типа тессерактов, только из Эндрайо. Тоже очень круто, сумочки серьезные, я бы сказала. И теперь, что мы можем дальше сделать? Вот я знаю, что шерсть находится, вот если сюда закопаться и вниз. Идем за шерстью и пропускаем этот этаж сумасшествием. Я так думаю, это будет правильно. Потому что я не знаю, ни мне, ни вам ничего, что там находится, не надо. Я в этом уверена. А там просто безумие творится. Просто безумие. Так что сейчас я докопаюсь до шерсти и вернусь к вам для вас буквально через секунду. И кажется, я ошиблась с углом. Да, ребятки. И такое бывает. Давайте здесь немножко еще расчистим. Дабы можно было пройти. Ну, как бы зомби нас не пугают. Нас пугают все остальные вот эти твари. Здесь много какого-то лемурит-ора. Возьмем. Авось для задания надо будет. Какой-то лемурит. Название красивое, пущай будет. И побольше. Отлично. Стек есть? Есть несколько стеков дальше. Вот, сюда как бы то все безумие не прорвалось. Да, мы ошиблись с углом. Это противоположный угол. Короче, вот здесь вся краста находится. Ой, да что ж ты так... Успокойся ты. Вот нам сюда надо. Сейчас мы немножечко здесь зачистим. Ну, в плане зачистим. Ну, немножечко осветим, чтобы не так больно было. Кто ты стреляешь? А я тебя не заметила, дружище. Иди сюда. И да, мой мечик прокнул на поджигание. И это мне не особо нравится, потому что это абсолютно не помогает в... Что ж ты такой толстый-то? Это абсолютно не помогает в борьбе с эндерменами. То есть, если вы подожгете эндермена, он сразу убегает. Все. На этом ваш разговор с эндерменом закончился. И меня это не устраивает. И вуаля. Забрали шерстку. Забрали шерстку. Мы вообще молодцы. Возьмем немножко вот этой фиговины. Я не знаю, что это, но мне оно надо. Мне оно очень надо. Это, наверное, для какого-то задания, сколько мы взяли стек. И знаете, чем я сейчас займусь, ребята? Я, короче, здесь все освечу и выкачаю всю вот эту жидкость. Это у нас что? Это адамантин. Кстати, очень ценный металл. Я освечу, выкачаю и вернусь к вам, дабы вам показать, есть тут какой-то вкусный сундук или же его здесь нет. Так что вернусь через секунду. Вот, ребятушки, вот... вот как-то так у меня получилось выкачать
Эти вот боковушки, которые не на уровне, можете даже не трогать. Как бы сундук находится в самом глубоком месте. И так, сейчас я вам визуально попытаюсь. Ну, да, это фактически центр. Центр здесь. И у нас здесь лежит одна сумочка под сундуком. Ничегошеньки уже нет. Возможно, если еще покопаться, еще что-то можно найти, но я очень сильно сомневаюсь. Если вас еще интересует, сколько бочек металла мне пришлось выкачать. 8 бочек металла. Вот как-то так. И мы получили еще одну сумочку. Мы забрали шерсточку. Так что давайте выходим из этого безумия, завершим задание и посмотрим, что же там дальше нам открывается. Ох, ребятушки, я даже выгрузила эту какофонию, потому что это жуть. Это просто жуть. И мне интересно, у нас есть задание на адамантин? Я книжку с собой брала или нет? У меня нет с собой книжки, да? У нас есть вот эти странные металлы, которые мы с собой приволокли. Давайте немножко разгрузим. Я вот это оставлю в сумке свои выкачивалки. Я сделала себе целый стек обычных железных драмов и как бы еще ни разу об этом не пожалела, потому что их все больше и больше требуется, ну, для того, чтобы выкачивать различные металлы. И книжечку отдай мне мою. Хорошо. Окей, ребятушки, мы с вами зачистили Незер, и мы получили Кибайс Idea Machine. Это просто ужасное место, и, наверное, мы сделаем некий перерывчик на задание, и тогда уже отправимся в это измерение. Давайте мы его сразу положим на место, чтобы оно у нас нигде не затерялось, ничего с ним не случилось. Вот здесь мы положим. И пойдем для начала откроем сумочки. Здесь у нас опять тинкерс конструктовый хлам и еще одна поливачка. Поливачка. Ну, пускай будет, что я могу сказать. Шерстенку мы завершили, и у нас есть господи, и адамантин. Вот у нас есть задание на адамантин. Очень интересно. Идем поставим шорточку. И тогда я посмотрю, как что мы с этим адамантином можем сделать. Так думаю, его просто ведрами в тенк какой-то начерпать и залить в мою детку. Как-то так. Смогу ли я прямо в ведрах это залить? Я не знаю. Сейчас попробуем. Шерсточку мы поставили. Вообще еще чуточку осталось. Надеюсь, что больше никаких косяков здесь не будет. Драм. А теперь попробую найти нужный. А вот адамантин драм. Ну, мне целого как бы не надо. Хотя можно и сделать. Давайте возьмем вот драм. Возьмем. У нас вот здесь есть транспорт нода Liquids. И просто транспорт пайпы. Почему бы, как говорится, и нет? И запульнуть это на автоматическое выливание. Я не знаю, правда, забирается ли оно снизу. Да, забирается. Нет, не забирается. Не вливается, так скажу вам. Возможно, через носик я смогу это провернуть дельце. Возможно. Я никогда, честно вам признаюсь, я никогда жидкости не вливала обратно в свою печечку. А обычные жидкости я оттуда вытягиваю. Ты иди сюда. Я тебя вот здесь положу. Ты здесь живешь. Тебя эти высоковато поставил, но все же. Снимаем носик, да? Ставим эту транспорт. Как-то так. Вот. Все, оно заработало, ребятки. Оно еще и сюда вливает. Вообще шикардос. Смотрите, какая песня. А сколько нам до этого надо адамантина?
Адамантина нам надо буквально 4 блока. Тут уже 2. Смотрите, какой он красивый. Он реально красивый. Хм. А вот этот тертарит. Я уже говорила, что создатель этого мода просто какой-то логопед. Чтобы не сказать по-другому. Я неправильно написала еще. Тартарит. Тартарит. Окей. Окей. Нет, так я не пойму, как тебе делать. Это нам надо Алтарус с адамантином. То есть у нас вот там адамантин. И надо Алтарус с адамантином. Ну, сначала я всю эту бочку выплавлю, я так думаю. Пускай себе выплавляется. Но как бы оно мне вообще ничего не стоит, потому что оно уже жидкое, лаву оно не жжет. Оно просто себе прогонится через эту фиговину. Здесь мы забираем награду. Это у нас сумочка какая, легендарная. И нам дали желтое сердечко. О, вот этому я безумно рада. И, кстати, посмотрите, мы практически сломали свою чудо-броню. Чудо-броню сломали. Ребята, это печально. Ну, в общем, на этом можно завершить. В следующей серии мы с вами попытаемся все-таки сделать Торчерина, пройдемся немножечко по вот этим заданиям, и у меня есть одна хорошая мысль о построении некой системы. Так что в следующей серии мы будем заниматься уже квестоделанием, вот как-то так. На этом все, спасибо, ребятки, что были со мной. Надеюсь, вы запомнили, что внизу в Незерсфере под этой жидкостью есть вкусняшка, так что выкачивайте, добывайте, оно вам обязательно пригодится. С вами была Флешка, и всем пока-пока!